Привет, привет, друзья, подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. Недавно на парковке кто-то вот так повредил крыло моей машины. Не так уж заметно, и сейчас хочу проверить один простой метод, который часто в интернете показывают. Для этого мне потребуется вот такая простая пластмассовая бутылка и клеевой пистолет. Такой метод лучше работает на большие вмятины, и еще кузовной металл на Passat CC слишком толстый, но все-таки попробую, что получится. Вот так несколько раз пришлось приклеить пробку, так как особого успеха не заметил. Где-то такой метод нормально работает, а тут в таком случае, как у меня, ничего особого. Но лучше, чем было. Все-таки придется обратиться к мастеру. Лучше, но не идеально. И скорее всего, если вы решите применить такой метод в своем автомобиле, идеального выпрямления вы не получите, но будет заметно лучше. Ну и прощаюсь до следующего видео. И спасибо всем за просмотр.